Если не ошибаюсь, Раиса. Людмила. Да, я так и думала. Вот что, милочка, я хотела вам сказать. Людочка, а не милочка. Тихо. Меня зовут Маргарита Павловна. В недавнем прошлом жена Льва Евгеньевича. Мы перестали быть супругами, однако остались родными людьми. Поэтому нет ничего удивительного, что я принимаю близко к сердцу его интересы. Прошу тебя. Однако речь сейчас не об этом. Видите ли, у Льва Евгеньевича есть свои небольшие странности. Он не способен сосредоточиться. Зная, что вечером будут гости, он, не моргнув, приглашает вас. Да-да, я ухожу. Людочка! Вы очень рассеянны! Счастливо, милочка!